Женщина, которая сегодня у нас в гостях, пережила два ремонта и один переезд. Встречайте, очаровательная Алена Апина. Аленушка, я рад тебя видеть. Спасибо. И, конечно, первый вопрос. Ну как ремонт? Ремонт как бы закончился, но ремонт, я хочу сказать, что состояние это вечно. Совсем недавно у меня отвалилась полстены вместе со шкафом. Поэтому приходится кое-что начинать заново. То есть заново ты заодно поменяла и строителей тоже? Да строителей-то я давно уже поменяла. Надо было поменять их гораздо раньше. А что ты сначала покрыла пол паркетом, потом наклеила обои или наоборот? По-моему, они делали все это одновременно. Не знаю, что там у них произошло. Но как бы качество то еще осталось. И паркет, и обои, и шкафчики отваливаются. Ну, так ты освоила все-таки, наверное, уже как-то параллельно еще? Ну, конечно. Во-первых, профессия дизайнера, поскольку все это придумывалось само. В каком стиле у тебя квартира? Ой. Это же очень интересно. Ну, давай так скажем, пусть у меня будет в модерне. В модерне? В модерне. Угу. Вот. Во-вторых, сама... В цветовой гамме какой? Она у меня такая... Желто-красная. Чтобы не скучно было. Это модерн, да. Желто-красным-то будет не скучно. А ты не задумывалась ли, после того, как закончишь вот такой все-таки ремонт, или, по крайней мере, прекратишь его, может быть, тебе открыть какое-то параллельное дело, бизнес? Ну, я, ты знаешь, очень рада. Возглавить дизайнерскую фирму. Я рада, что мы с тобой сегодня встретились. Видишь, это проблема как бы вечная у каждого, а ты, оказывается, в этом деле дока. Вот давай с тобой как-то состыкуемся. Да, обязательно состыкуемся. Я тебе дам один очень важный совет. Вот для того, чтобы ремонт происходил удачно, не так важно, как ты часто меняешь паркет, обои или строители. Самое главное, чтобы ты каждый день меняла строительную шапочку. Ты умеешь делать строительную шапочку? Ничего не умею. О, я тебе сейчас научу, Ален. Давай, подвинем эти цветы. Значит, берем вот это самое, раскладываем. Так, делаем кораблик. Делаем кораблик. Как бы, молодец. Так. Значит, мы тут поднимаем наверх. Это самое главное. То есть, если будет шапочка, значит... Если будет шапочка, все будет настолько удачно. Только единственный у меня вопрос. Ну, мы песни-то при этом будем еще петь? Конечно. Так? Будем, да? Конечно. На что у тебя новенького есть песни? Мне очень много чего новенького. Много чего новенького. Угу. Как называется? Смотрите. Так, серединочку вытаскиваешь. Отлично. Вот это вот сюда заправляешь. Ага. Да. Что новенького? Ален, новенького. Выходит мой новый альбом целый. Вау. Да. Какие там будут? О, смотри, уголочек. Уголочек. Да. Переворачиваешь другой уголочек. Да, там очень много танцевальных хороших песенок, одну из которых я сегодня вам испою. Так, как называется песенка? Поворачивай. Песенка называется «Тополя». И альбом также называется «Тополя». «Тополя» для вас поет Алена Апина, а я тем временем примерю ту шапочку, которую она для меня специально сделала. Алена Апина поет на сцене клуба «Серийный маг».
дожди.